В Волгограде активными темпами идет строительство школы тысячников в 205-м микрорайоне Ворошиловского района по улице Кузнецкой. Общеобразовательное учреждение возводит в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Строительство началось в ноябре прошлого года. Здесь стартовали работы по вертикальной планировке территории и устройству котлована под основание здания образовательного учреждения. В этом году рабочие приступили к монтажу каркаса здания, облицовке фасада яркими линейными панелями, обустройству инженерных сетей и кровли. Специалисты установили более 250 стеклопакетов. Ведутся работы внутри здания. Подрядчики выполнили более 60% от всего объема работ. На объекте работает 120 человек, порядка 10 единиц техники. Каркас здания школы выполнен на 100%. Приступили к отделочным работам. Это поклейка обоев, керамическая плитка. Также ведутся инженерные работы. Это вентиляция, отопление, канализация, водоснабжение. В школе будет 40 кабинетов, спортзалы, в том числе для занятий лечебной физкультурой. Школьный деловой центр, актовый зал более чем на 300 человек, библиотека, лингофонные аудитории, мастерские и лаборатории, современный пищеблок. Школа будет адаптирована и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории расположится спортивный городок, стадион на 3000 квадратных метров и современные тренажеры. Новая школа «Тысячник» в Ворошиловском районе – уже четвертое общеобразовательное учреждение в Волгограде, построенное за последние годы. Сдана в эксплуатацию школа на 800 мест в Кировском районе, школы «Тысячники» в Советском и Красноармейском районах. В настоящее время завершается строительство новой школы на улице Шекснинской в Дзержинском районе. Там же появится еще одна школа на улице Картоева. Ее проектирование уже завершено.